Поселок Сокол продолжают благоустраивать. Во дворах появились новые контейнерные площадки с отдельным отсеком для крупногабаритного мусора. Таких в этом году сделают 6. В следующем планируют поставить еще несколько. Установкой занимаются сотрудники комбината зеленого хозяйства. Комбинат зеленого хозяйства делает быстро, очень качество, как вы видите. Отсек обязательно для КГО. Вот. Подборку они же осуществляют вокруг этих площадок. Площадки чистенькие все у нас в настоящее время. Вот. И по четвергам у нас вывозят негабаритные грузы региональный оператор. Подъезжает погрузчик, самосвал. Работники загружают все это в ковш погрузчика и в кузов самосвала. Также в поселке продолжают работы по асфальтированию придомовой территории. У дома Королева 7 дорогу сделали в рамках программы по наказам избирателей. Жители дома обратились к депутату Магаданской городской думы Николаю Ярощуку. После этого работы включили в план администрации. Занимались асфальтированием сотрудники ГЛУДа. Общий объем около 500 квадратных метров. Для того, чтобы двор начали благоустраивать, первым делом нужно провести собрание собственников. Некоторые обращаются напрямую к депутатам. А вообще, конечно, общее собрание дома, которое правомочно решать практически все вопросы по управлению домом, это самый идеальный вариант. Жители сами пишут в программу, что необходимо сделать. Детские площадки, асфальтирование, какие-то другие малые архитектурные формы. Это все должно идти от жителей, собственников, нанимателей дома. И тогда эта программа получается более насыщена, более полная и более отражает интересы вот жителей, которые живут в этом доме. После того, как собственники определились с тем, что хотят видеть у себя во дворе, нужно подать документы в СОТЭК для включения в программу благоустройства. Продолжаются работы и по ремонту фасада Дома культуры «Авиатор». Одна из самых старых построек поселка совсем скоро приобретет новый вид.